Гости праздника, сотрудники ОГИБДД и представители управления образования поздравили всех ребят с началом нового учебного года и напомнили юным участникам дорожного движения о правилах поведения на дорогах. Праздник организаторы назвали «Путешествие в страну светофорию». Вчера у вас прошел замечательный праздник. Вы вспомнили, да, свои кабинеты, свои места за партой, своих учителей, пообщались со своими друзьями. И сегодня, 2 сентября, здесь, в этой школе, вы повторяете правила дорожного движения. Уроки безопасности и профилактические беседы по правилам дорожного движения часто проходят в Одинцовской школе номер 17. В них всегда принимают участие юные инспекторы дорожного движения. К этому дню они готовятся особенно. 1 сентября приходит в школу отдохнувшие, расслабленные немного, и забывает о правилах дорожного движения. А все передвижения от дома к учебным заведениям проходят через проезжую часть. Поэтому эти мероприятия направлены на то, чтобы детишкам немножко сделать напоминание о правилах дорожного движения, чтобы они себя вели правильно на дороге, переходили проезжую часть в нужном месте, на разрешающий сигнал светофора. Вот эти все мероприятия делаются в игровой форме. После небольшой разминки в виде викторины ученики вторых-третьих классов отправились в путешествие по стране светофории. На их пути встречались разные препятствия. Сначала ребята рисовали машину мечты с закрытыми глазами и отгадывали загадки. Следующий этап – экзамен по правилам дорожного движения и конкурс «А ну-ка, эрудит». Но самый большой интерес у школьников вызвало состязание «Трасса». Задание – за одну минуту проехать на велосипеде маршрут, не сбив при этом ни одного конуса. Все команды достойно справились с препятствиями в стране светофория. Мы отмечаем с сотрудниками и представителями района ГИБДД. Праздник проходит на территории школы в спортивном зале, так как погодные условия нам не позволили на нашей прекрасной детской площадке дорожной провести это все. Дети делятся на секции, где проходят соревнования. Соревнования теоретические, практические. В завершении мероприятия инспекторы ОГИБДД поздравили лучшую команду. Ребятам торжественно вручили удостоверение юных помощников ГИБДД, повязали галстуки, подарили светоотражающие элементы и жилетки. В завершении праздника автоинспекторы провели рейд «Ребенок в автомобиле». Было выявлено 9 нарушителей, перевозящих детей без детских удерживающих устройств и кресел. Сотрудники ОГИБДД напоминают родителям, что безопасность их детей превыше всего. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».